слабее. Сделаем и на втором тоже. Потом еще немножко подумали. А сделаем-ка мы и на третьем тоже. Потому что, ну, что так, вот первые два он ломает вышки, а третий ломает. Вот у нас ДК смотрится логично в этом плане. Но герой, кстати говоря, в свое время был чуть ли не ферст пик. Тяжело здесь как-то гонять. Тем более такого жирного героя с таким количеством армора. Нападение на года в миде. Есть 10 стиков. Есть прожимает. 7 стаков на нем. Нету стана. Игру забирает голову. Это Бэтрайдер в миде. Вот как, я не знаю, у меня на горе не так. В Вокаблэйте Бэтрайдер сможет дать жару. И, по-моему, он ферст айтемом будет делать себе Блэкинг Бар. Против Луны. Разгон на снайпера. Ну, возможно, просто для того, чтобы Бристол бы... О, Спирит Брейкер сюда смог перетянуться. Но вообще очень неплохо. У БЗЗ имеется ультимейт. Куча героев соперника. Луну могут хватать. Спирит Брейкер в позиции. В инвизе Бэтрайдер цепляет Спирит Брейкера. ДК начинает фокусить вышку. Чен получает ультимейт. Нет, отменяет. Получает ультимейт седой. Снайпер помогает сделать еще один фраг. У Феникса проблемы. Феникса прячет. И сейчас будет солнце. Великолепная игра. Акмипавнат. И это развал. Боже мой. И я в такой ситуации могу сказать, что Virtus.pro себе сейчас такую яму вырыли. С такой стратегией, вот такой вот отдать. Идут, хотят сначала кого-то забрать, и потом в ответочку. Ну, Лину можно цепануть. Лина. Да, Лина умирает. Ого, а там тем временем еще и Луна находит. Пошел Эклипс. Достается снайпер, мансует вокруг деревьев. Как размансовал сейчас снайпер. И Карл Дайв прервали. В 3-3 забирают Феникса. Великолепный выход. И отлично сыграл в этой ситуации БЗЗ, который снайпера не отпустил. Ну вот это другое дело. И теперь он не сможет прийти на Рошана. Виртуса на готовности. Видит Джотма. Подходит в 3-3, закидывает шрапнель. Но очень поздно он это делает. Жит на стратором сейчас удивно. Понимает то, что нужно вырубать, чтобы он никого не сейвил. Вырывается Феникс. Тут просто закинул свои замедления. И опасно. Все под этими замедлениями подходят. У нас Луна кастует ультимейт. В 3-3 в БКБ. Моментально сбивает сбор. Но ДЗ не успевает он полностью кастовать свой ультимейт. И Виртуса посыпались. Как же они забрали русский проход. Проход. Год. Бьет в 3-3. Кинг Тауэр дает шикарный стал у нас. Стан у нас Йол. Забирает в итоге снайпер, остается Феникс, остается Бэтрайдер, Лин, но все равно остается маловато. Да, вот эти вот касты, которые вот сейчас они кастуют, это все было бы здорово кастовать в начале драки, а не в конце, когда у тебя уже вся команда мертва. Но драка пошли в смоке, и снова им нужно начинать первыми. Первым идет год. Опасно. Мипаун видит очень мало. Это шанс. Мипаун видит очень мало, у них фактически стоит только один вард, и смотрим. Пен, телепорт крипов к себе. Лина все видит. Лина, БКП на Луне. Лина поднимает себя в воздух. Нужно сбивать солнце. Еще буквально пару выстрелов. Сбивают Лину. Минус солнце. Неплохо. Минус 2. Спирит Брейкера уничтожили. Экзист. Экзист на кости убегает чудом каким-то. Но в итоге больше никого из Virtus.pro не падает. Могут еще и снайпер подцепить. Снайпер получает тычку. Умирает. Это 3 в 1. Вот это оказалось-то Virtus.pro могут вполне. Жалко, не убили бы Трайдера с гемом. Вот это Спартак. Именно такой, но БЗЗ теперь байтит. БЗЗ байтит грамотно, у него есть Аегис. У меня есть ощущение, что Мипал нужно просто считать, когда юзали смоки в последний раз. Вот юзали смоки, кулдаун там 10 минут. 10 минут можно делать все что угодно на карте. Прошел кулдаун, в итоге... Видит года, цепляют его. Опять, но год успевает прожать БКБ, и бить его нечем. Бэтрайдер не успевает нажать свой БКБ. Где твой БКБ, Бэтрайдер? Бэтрайдер. БКБ седого. Сдой начинает разминать Феникса. Феникс ультует очень неплохо. Снайпер наносит лютый урон. Пошел Эклипс Луны. Солнце разбивают. Крит уже резнулся. Снайпер под БКБ неплохо настреливает погоду. Но по БЗЗ. Но у БЗЗ есть Аегис. Минус Аегис. 2 в 1 размен. Плюс разменяли Аегис. Минус вышка. Ой-ой-ой, БЗЗ. Опасная ситуация. Влетает сюда Бэтрайдер, который так и не проезжал свое БКБ. Что интересно. Потому что в инициации он не особо им помогает. Если бы Трайдеру гем нужен для того, чтобы палить ДК и забирать, то с других героев... Не те расклады. Год, да, в центре, форма у заканчивается. Форма заканчивается, очень неприятный момент, действительно. Но хотя, здесь, смотри, в очередной раз нападение на года, в очередной раз года вытаскивает, в очередной раз года убивает. Я не понимаю, что делает вся команда года, или я не понимаю, что делает год. То есть, ну, чего-то я не понимаю в этой ситуации, почему Virtus.pro
Вот, ну почему они вот так вот делают? Ну вот, вот что он делает, правда. Правда, в этот раз. Никого. Это не лучший пример. Нападение. Бежит на баратром, нападает на снайпера, ультует журналиста хорошего тиммейта, улетает Феникс, ставит свое лицо. Защитное, кстати, яйцо. Все проезжали в свое БКБ, летит ульта в Седова, Седова забирает. Размен 1 в 1. ДК появляется, забирает гем. Мипал, и правильно, нужно просто Зеп получает ультимейт в лицо. Немножко опасно Виртусам пушить, но я бы отметил от ВП неплохую сборку. У них есть Кираса, у них есть Владимир. Я вот, честно говоря, не вижу ни Кираса, ни Владимира у соперника. Это огромное преимущество. БКБ. В3-3 находится под ударом. Бэтрайдер летит. Бэтрайдер! Бэтрайдер ничего не успевает сделать. В3-3 играет, тут же выкупается. Экзист проюзал БКБ. ВЗЗ не убивают. Чен, отличный хил. ВЗЗ спасают. Три байбека от Мивау. И Виртусам нужно перегруппироваться, хотя бы зачем так? Ну нет, Луна нацелена очень серьезно, Хани забирают. Седой побежал дальше. Лицо Феникса висит, но никого не цепляет. Минус барак, минус 4 от ВП. Потеряли пока что только одного. Бараки стоят вторые. Но это уже первый барак. Вот, сыр, вот, сыр! Не проиграл. И Луна умирает, это минус 4. Но снесли бараки. И, в принципе, столько байбеков потратили. Уводят. Плевать на Чен. Чен живет! И... БКБшку В3-3 с блинком не нажимает. Шадоу демона его прячет. Солнце минус. В3-3 выходит из дисрапшена и думает, лучше бы я там оставался. Ульт от Лины, минус Вич Доктор. Шадоу демон попадает по нему крита Драгон Найта. Шадоу демон попытка захилиться, захиливается. И Драгон Найт здесь вынужден отступать. Тем временем Экзист встрял с гемом. Его находят, его убивают. Фантастика! И с такой ситуацией, с таким пиком времени, ДК минусует вышку. Фортификейшн. Станчик по ДК, есть сыр. Есть Аегис на спиритбрейкере. И сыр на луне. Вот так. Бэтрайдер цепляет года. Сыр. Съедает. Красава. И умирает. Да, слишком много урона. Ворвались на базу под фонтан, неси! Правильно, потому что под фонтаном лучше. Спиритбрейкер минус Аегис, Луна умирает. Байбеки есть, бараков нет. Спиритбрейкер на базу. Форстафку подняли воздух еще одного. Задиспелили. О, какая грязь. Задиспелили, тест оф фейт. У спиритбрейкера нет байбека. Ходит, уходит, Экзист тянет время, неплохо. Экзиста подцепили, БКБшка. Экзист должен хватать года. Экзист никого не хватает, БЗЗ. В3-3 настреливает года, хил пошел. Год падает, кажется, да, год падает. БЗЗ. Забирают снайпу, Бэтрайдер, боже, все путается в моей голове. Слишком много героев, Сатаник юзает, делает 3000 Сатаника, они... Ничего, Таня отхилился, сыр, да ебать! Сыр! Где же сыр? Слов просто нету, выкупается, летит обратно, сыр все еще готов. Крит, госкипетр заканчивается, минус крит, хорошо. Жотом, 130 хп, захиливается с урны. Чен забирает. Ну тогда да, понятно, байбекается. Хотят додавить, снайпер продолжает стрелять. Больно. А, сыр есть еще один у спиритбрейкера. А, ему передали сыр, вот оно в чем дело. О-хо-хо-хо-хо! Просто браво! Вот это Седой за все сыры отомстил. Как он увидел эту Лину? Ну, как ты увидел Лину? Лина без ульта, шикарно. Спиритбрейкер разбивает линку. Снайпер еще один ультимейт. Нет, он все равно сдохнет. Нет, этот раз БКБ, однако. Нака, здравствуйте. Спиритбрейкер пошел. Поднимает воздух. Мегакрипы никогда не были еще Virtus.pro так близки к мегакрипам. Затыкай. Затыкай алебарды. Луна! Вот это тычка! Нет, Луна без байбека. Жотом без байбека. ГГВП. Просто сейчас... Если Мипаун пойдут по миду, а они пойдут по миду... Надо сейчас сохранить жизнь Эншентов. И это нереально. Да.
Я просто... Минута молчания. Эншент падает, и ничего его не спасет. Год пришел спасать Эншент. Один против всех. Инвиз. Солнце. Минус год. Ультимейт. Солнце падает на землю. Это будет гейм. О боже! О боже! Я соболезную всем, кто болел в этой игре за Virtus.pro, потому что я полностью разделяю ваши чувства. Это просто жесть. Качель.